продолжаю серию шопинг-блогов. Сейчас хочу зайти в Страдивариус, посмотрим, что там есть интересного. Тем более скоро весна, хочется платьев, юбок. Поехали. Сегодня смотрим, что у нас в Страдивариусе. Ну, такая юбочка интересная с эффектом амбре перехода. Мне нравится. Вполне себе вариант. Цена у нее 2600. Такая вполне интересная юбка. А хорошая длина, трапециевидная. Силуэт можно носить с многими вещами. И такой достаточно приятный кожзам. Один пример юбки. Хорошие карманы, тоже коротенькая, с плотными колготками, очень универсальная для весны. Так, достаточно женственный силуэт платья. Ну, хороший акцент на талии, нежная расцветка, тоже для весны может быть интересным вариантом. Ну и цена 2500. Что мне определенно нравится коллекция шарфиков в Страдивариусе. Обратите внимание. Горох тоже есть. Такой интересный в сочетании с разного формата горохом. Единственное, что качество, конечно, этого платья оставляет желать лучшего. Еще одна юбка, кстати. Вот, но она, правда, у них уже висела. Такая очень интересная полосочка диагональная. Обратите внимание. Это вискоза и цена 2000. Расцветка у нас есть синяя, такая приглушенная. О, есть, кстати, вот такая полосочка. Вполне себе интересный вариант. По поводу аксессуаров хочу уточнить. Хорошо, когда на сумке вот такая фурнитура, не притягивающая особо внимания. Вот здесь тоже, да, то есть это функциональнее, чем, скажем, позолоченная, ну, тоже хорошая.